Друзья мои, хочу вас познакомить с Максом. Это мой приятель. Обратите внимание, что сейчас будет происходить, друзья мои. Ты мой хороший, друзья. Друзья мои, вы поняли? Ни одной команды я не сделал. Я просто кинул бутылку. Макс работает по умолчанию. Гениальная собака, понимаете? Теперь хочу обратиться к гостям, к жителям Батуми. Вы видели, как собака поступила? Поступайте еще лучше. Или хотя бы так, как эта собака, Макс. Пока-пока. Ваш Николай Рухадзе, Батумский бульвар, Батуми, Аджария, Грузия.